Виктор Томенко посетил Музей природы, Института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета, где студенты вуза рассказали ему о фауне края. Эти голуби декоративные, то есть их содержат голубеводы, любители, ценители, знатоки породы. То есть эта порода, она чисто декоративного направления, они к летному плану не относятся, то есть она красота. Виктор Томенко со студентами Константином Моргачевым и Анастасией Сухаревой также побывали в художественном салоне галереи «Турина-гора» и Алтайском государственном краеведческом музее. Там губернатор узнал об археологических находках на Алтае и о строении древних курганов. Если начинать с пола, то его сначала, когда выкапывали саму яму, выкладывали камнями и потом выкладывали шрубом из лиственницы. Потом ставили вот эти камеры сами погребальные и столбы. Во время прогулки губернатор региона активно общался с горожанами и делал совместные фото. Виктор Томенко подчеркнул, что краю нужно больше таких культурных мероприятий, как Ночь музеев. Я хочу, чтобы у нас было побольше и в Барнауле, и в наших во всех городах крупных обязательно побольше таких событий. Пусть будет и ночь музыки, в некоторых городах больших есть даже и ночи заводов. Ну а самое главное, давайте все любить наш край, наши города, села, их историю. В эту музейную ночь жители региона смогли посетить 45 учреждений Барнаула и около 100 Алтайского края. В прошлом году жители края в два раза чаще участвовали в культурных событиях. Они посетили их 30 миллионов раз за год.